Работники тепличного добрались и до правительства. Руководитель комплекса экономического развития Светлана Давлетова собрала инициативную группу предприятия для обсуждения сложившейся ситуации. Со своей стороны региональное правительство может предложить помощь в вопросах труда. Представители соответствующей инспекции разъяснили сотрудникам вопросы, связанные с увольнениями и сокращениями. Напомним, предприятие находится на грани банкротства. Спасти федеральную собственность может только инвестор, который выкупит тепличный более чем за 220 миллионов рублей. Пока такового не нашлось. Все зависит конкретно от арендатора, от того, когда он придет и какую площадь он будет готов взять в аренду. Потому что нам сейчас нужен человек именно с деньгами, который придет, захочет вложить определенную сумму на технологический процесс и вернуть ее. Он действительно ее сможет вернуть. Мы сейчас ждем этого человека, который придет и будет работать.